Пенсионер из Уральска дарит вторую жизнь музыкальным инструментам. Он – реставратор-самоучка. Это его хобби. В баян он влюбился еще в детстве. Пенсионер собирает порванный и вышедший из строя инструмент на улицах и превращает его в абсолютно новенький. За реставрацией к нему обращаются очень редко. Народные инструменты сейчас, увы, не пользуются спросом, а ему очень хочется, чтобы они звучали. Этим баяном Валерий Васильевич буквально подарил вторую жизнь. И теперь мы с радостью можем насладиться их чудесной мелодией. Я с детства любил играть на гармошке, на баяне. Баян не был на гармошке. На свадьбы ходил, играл. А потом взял, думаю, неужели я сам не сделаю? Что этот, у мастера у него четыре руки, что ли? Раскрыл, ну, темный лес, конечно, посмотрел, ну, понятия-то имею. И потихонечку сам до всего дошел. Вот уже более 10 лет пенсионер Валерий Данилов спасает баяны. Давать им новую жизнь – дело непростое. Здесь нужен тонкий подход и музыкальный слух. Работа очень скрупулезная, почти ювелирная. Если бы я за него не взялся как следует, этот баян бы они выбросили на помойку бы его. Потому что в подвале валялся плесень, оттуда же дышать нечем, когда ремонтируешь. Ну, руки приложишь, вроде инструмент нормальный. Помимо ремонта баянов, увлечений у Валерия Васильевича еще много. Он человек разноплановый, играет в бильярд, шахматы и охотно участвует в разных конкурсах. А в выходные дни, когда в семье Валерия собираются гости, он по традиции достает свой любимый музыкальный инструмент. Марина Горбук, Манарбек Ушалиев и Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.